семье Сорока 8-летнего Павла Бури скоро произойдет прибавление. 33-летняя супруга хоккеиста Алина ждет 4-го ребенка. На одном из мероприятий жена звезды появилась в черном платье, которое уже не смогло скрыть ее округлившиеся формы. Алина позировала под руку с мужем. Судя по всему, многодетная мама находится на последних сроках беременности. Супруги по-прежнему не дают комментариев, но внешний вид жены спортсмена говорит сам за себя. У влюбленных есть трое детей. Младшая дочь пары родилась год назад. Первенцу Павла и Алины уже 7 лет, а старшей дочери 5. Супруги вместе уже 11 лет. Они познакомились на отдыхе в Турции. Для Павла этот брак стал вторым, в 90-е годы он фиктивно женился на американке Джейми Бон ради рабочей визы. Долгожданный сын недавно родился у Оксаны Самойловой. О четвертой беременности заговорила и Анна Седокова. Бывший муж Эвелины Блёданс снова женился и стал отцом.